Видеооко «Аносплав» находится в центре сердца нашей Родины, Красной площади. Сегодня я хочу сказать добрые слова о своих учителях, любимых. Моими любимыми учителями по родному поселку Комсомольск на Печоре являются Тамара Васильевна Додор Дубовицкая, которая у нас была вожатой и учителем пении. В первом классе нас учила Людмила Павловна Косых Безрукова. Во втором, во четвертом классе Елена Васильевна Харитонова. С пятого по девятый класс классным руководителем была Валерия Дмитриевна Попова. Так, ну туда идти. Шайхудинова. Туда идти. И преподаватель английского языка. В десятом классе классным руководителем была Мария Дмитриевна Корычева. Из Нючева девичья фамилия Попова. Учителем у Марии Дмитриевны была Прасковья Ивановна Чисталева. Учителем математики была Карпова Капитолина Михайловна. Учителями физики Пименова Нина Федоровна, Галина Ивановна и Алексей Алексеевич Лишнев. Тамара Андреевна, учителем по химии Тараканова. Кого я не назвал сегодня, прошу простить. Учитель У – это направление, Чи – энергия, Т – творца, Е – движение, Л – любить мягко. Вот такая ассоциация у меня со словом «учитель».